Мы раздаем листовки, на которых можно найти информацию о, допустим, качестве работы больницы, и люди нам могут сообщить о том, понравилось им в больницах или нет. Также у нас есть листовки, которые помогают нам узнать, где нужно отремонтировать дорогу, где какие-то есть ямы, трещины, чтобы мы как бы могли как-то с этим бороться. Также мы развиваем один из проектов по экологическому очищению нашего города, то есть по избавлению города от свалок. Также, если люди где-то увидят свалку, они могут нам об этом сообщить.